Emperor has been expecting you. Здравствуйте, мастер Йода. А это правда, что вы можете предсказать будущее? Правда, правда есть эти слова. В будущее смотреть умею я. Это круто, мастер. Расскажите мне про будущее. Так вот, слушай, молодой Скайуокер. Ты станешь великим джедаем, а твой отец перейдет на светлую сторону, и вы вместе победите Императора. А вскоре после этого твоя сестра станет джедаем, и у нее родится 3 чудесных ребенка, которых она воспитает как совестливых и честных людей. И даже переход ее сына по имени Джейден на темную сторону будет вызван желанием защитить свою страну от более страшной судьбы. Что же будет со мной, мастер? Ты на короткое время перейдешь на темную сторону, но потом вернешься к свету. Со своей напарницей, рыжеволосой красавицей по имени Мара Джейд, вы пройдете через множество испытаний, а затем поженитесь, и у вас родится чудесный сын по имени Бен. Он тоже станет великим джедаем. Угоду, у меня будет счастливая судьба. Спасибо вам за предсказание, учитель. Постой, юный Скайуокер. Что такое, мастер? Как ты знаешь, будущее всегда в движении. И похоже, оно изменилось. Как это возможно? Вот так вот. Короче, слушай, ты захочешь возродить Орден Джедаев, но у тебя ничего не получится. Из-за чего ты войдешь в депрессию и улетишь на другой конец галактики, как последний слабак. Кстати, ничего не получится у тебя из-за того, что черноволосый чебурашка со смешным красно-клинковым мечом перебьет твоих учеников. Впрочем, обольщаться он будет недолго, ибо его сильно ранит обычная мусорщица. Кстати, этого предателя будут звать Беном. Что, мой сын станет предателем? Сын? Ой, молодой Скайуокер, у тебя не будет никаких детей. Бен будет ребенком Хана Соло. О, нет. Стоп, а если у меня не будет детей, то кто же будет спасать галактику? Дай подумать. А вот, вижу, галактику спасут мусорщица и чернокожий водопроводчик. Кстати, ты будешь упорно тренироваться владению силой 3 года, а она освоит все за 1 день. Что на это скажешь?